На территории стадиона «Арена Химки» с самого утра царит праздничная атмосфера. Участники клуба «Ночные волки» и реконструкторы военно-исторических событий готовят технику к мотопробегу, посвященному 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Идея мотопробега, в первую очередь, это «Бессмертный полк». В этом году у нас там, в связи с ограничениями по безопасности там, было принято решение администрации, мы его поддержали, провести в качестве «Бессмертного полка» мотопробег. В колонну выстраиваются новые мотоциклы и ретро-техника, например, несколько автомобилей ГАЗ, которые были выпущены еще 80 лет назад. А благодаря мастерам своего дела машины сегодня исправны и надежны. Для нас это большая честь поучаствовать в этом мотопробеге, чтобы наши жители видели, что мы поддерживаем всех ветеранов, которые остались живы и которые уверен, что будут смотреть и наблюдать за этим пробегом. К зрелищному представлению присоединились и жители Химок. Это представители администрации, депутаты городского округа Валентин Герасимов и Николай Томашов. Они отметили, что важно чтить героев, которые навсегда вписали свои имена в историю Великой Победы. Колонна отправляется в путь по маршруту, где расположены мемориалы и памятники воинам Великой Отечественной войны. Не оставят без внимания и ветеранов. Каждому пообещали заехать, пообщаться и поблагодарить за подвиг. Александр Сергеев, Вильфрид Дымковский, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.